Об спорте. Новый футбольный манеж ближайшим часом откроется у Гродни. Как предугледжено, объект будет найперш запотребованы юными спортсменами. Сучасная арена с надиманными стенами и дахом так само станет гульнявой и тренировочной базой для гродинских футболистов. Сдать крытый манеж у эксплуатацию плануется у этом месяце. На сегодняшний день у манежа подходит до завершения пусковые работы. На финишный этап так само выходит будовництво администрационного будинка. По прогнозах специалистов, объект будет запотребованным. Тут предугледжены тренировки выхованцев дитячо-юнацкой спортивной школы. А кроме того, арена со штучным покрытием сможет выполнять иншие функции. Мы предусмотрели и место, и объем, и размер, и условия по футбольному полю. Да, конечно, с нацелением того, что здесь, возможно, какие-то будут провести соревнования, может быть, даже этапы Кубка Республики Беларусь. Я не буду пока говорить громко, это все должно пройти, ну, определенное время, чтобы мы получили аттестацию, все. Ну, опять же, тут есть небольшие нюансы по трибунам, но я думаю, что мы это все пройдем. И приложу максимум усилий, чтобы, да, действительно сюда привести хорошее соревнование для наших болельщиков, зрителей. Как меркуется, тренировки у крытым манеже будут проводиться у две смены – с 8 раницы и до 9 вечера. Разглядаются варианты, как гэтые площади увогуле не простойвали. До прикладу, у вольный от дитячих занятков час объект может быть предоставлен гродинским аматорам футбола.